Вы знаете, что объединяет Нотр-Дам-де-Пари, который за моей спиной, город Москву и вас? Объединяет одно. Возраст Нотр-Дама 850 лет. Москва чуть-чуть моложе. Большинство из вас считает, что здоровья хватит, чтобы прожить, как в Библии прописано, по 800, по 900 лет. Увы, уже давно такого не случалось. К сожалению, тот образ жизни, который люди ведут, он не дает возможность прожить не то, что 800 лет, а те 80 лет, которые живут в развитых странах, тоже для большинства недоступны. Потому что все хотят работать любой ценой, работать, зарабатывать деньги. И, к сожалению, большинство очень быстро расходует тот громадный капитал, который подарили вам родители при рождении. 4, там, 5, 6 миллионов долларов, которые вы были в вашем банке здоровья при вашем рождении, они быстро тают, к сожалению. Потому что к этому нужно прилагать определенные усилия. А люди считают, что хватит капитала для того, чтобы заработать тот уровень благосостояния, который вы хотите. И вы. Далеко не у всех это получается. К сожалению, у тех, у кого получилось заработать миллионы или миллиарды, они в списке долгожителей отсутствуют. Да, они много сделали для своей семьи. И, увы, потеряв здоровье, ушли на тот свет слишком рано. Вы знаете, когда такие мозги уходят так рано из этой жизни, понимаешь, что с этим надо что-то делать. Ну, на моем канале вы можете найти более 400 видео, в которых я рассказываю, что нужно делать конкретно в каждом конкретном случае. Поэтому вы легко можете подписаться под видео одним кликом, и вы становитесь подписчиком моего канала, более 4 видео в любое удобное для вас время можете просмотреть. Если среди ваших друзей, может быть, вы вот один из тех счастливчиков, которых многие считают счастливчиками, о, у него столько денег, у него столько машин, недвижимость. Вы знаете, я понимаю, что это люди очень обделенные, потому что у них очень мало свободного времени и занимаются тем, что зарабатывают деньги. И, к сожалению, теряют свое здоровье. Поэтому, если вы считаете, что кому-то это видео может быть интересно, или не столько это видео, сколько мой канал, да, они тут были, скорее всего. Но, скорее всего, один раз, потому что у них нет времени смотреть красивые места, и их задача зарабатывать деньги. Вы знаете, можно зарабатывать деньги и одновременно вести правильный образ жизни. Беречь тот капитал от родителей, потому что он, увы, не пополняется. Он только тратится. Тратится, ну, каждого со своей скоростью. Нельзя игнорировать болезни, нельзя игнорировать то состояние, ту экологию, которую мы имеем. Нужно это понимать и принимать конкретные целенаправленные действия. Для того, чтобы экология была получше, для того, чтобы питание было получше, для того, чтобы восстановление было полноценным. Кто-то вас не любит, когда вы будете интенсивно работать на той же работе, которую вы выполняете, зарабатывать те же деньги, но из банка здоровья вынимать значительно меньше. Потому что этот банк, еще раз повторю, он не пополняется никогда. Увы, он только тратится. Поэтому, чтобы тратить очень экономно, вы знаете, нужно быть большим-большим скупердяем, чтобы из этого банка тратить гроши. А зарабатывать можете. Да. Можете миллионы, можете миллиарды зарабатывать. Как хотите. Мой вам совет. Задумайтесь о том образе жизни, который вы ведете. Вы имеете мои контакты. Вы легко можете по ним обратиться. Они, собственно, есть под любым видео. Вы можете просмотреть еще какое-то видео, которое конкретно касается того вопроса, который вы искали. Он вас интересует, как правильно день, как правильно позавтракать, как правильно пообедать, поужинать. Все это есть. Как правильно сочетать движение, активность, сон. Это все есть на моем канале. 400 видео, я думаю, что вы можете найти ответ на многие свои вопросы. Если вам что-то, какие-то вопросы понадобится уточнить, непосредственно у автора, не вопрос, контакты видите, вы можете ко мне обратиться. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Ну, в социальных сетях я вам подвижу. Я думаю, что где-нибудь будет тоже полезно послушать это видео и изменить немножко свою жизнь к лучшему. Не в экономическом отношении, а в отношении здоровья. Чтобы потом не пришлось кусать локти. Вы знаете, фигура Венеры Миноской, которая тут рядышком в Лурде, здесь в
дворце стоит. Она интересная, знаете. Я вначале думал, кто ж женщине руки обломал, понял, откусала сама. Знаете, говорят, локти будешь кусать, так она, извиняюсь, до плечей докусала свои руки. Он уже понял, что многое потеряла. Поэтому, чтобы вы теряли значительно меньше, а больше сохраняли, контакты вы видите, легко можете по ним обратиться. Нет, более 50 опубликованных книг, более 1000 статей, сотни видео. Я обладаю определенной информацией, которая поможет сохранить и укреплять самое ценное, что вам подарили родители, это ваше собственное здоровье. Если вам нужна больше информации, обращайтесь, не затягивайте. Каждый день вы теряете. Вы считаете, что вы приобретаете какие-то деньги, какие-то блага. Каждый день здоровье утекает, если целенаправленно заниматься. Будьте благоразумны, обращайтесь.